начнем, мы напомним, да, что, к сожалению, самый эпатажный и яркий член жюри Жамсон, к сожалению, ему нужно было нас покинуть, да, но его заменяет не менее эпатажная Зарема, да, то есть мы ждали, мы весь вечер ждали, какую же эпатажную выходку выдаст нам Жамсон, он ушел, то есть все в порядке, эпатаж есть. Друзья, мы переходим к конкурсу эрудирования. Вы все знаете уже, вы все понимаете, как будет происходить, правильно? Я вам задаю вопрос, вы выбираете вариант ответа и показываете цифру. Все понятно. Еще раз, номер 17 и номер 18. Да. Начинаем. Назовите музыкальный инструмент, которым танцовщица, танцовщица, надевая на пальцы, может сама себе аккомпанировать во время танца. Я надеюсь, я все правильно прочитал, да? Ага. Это 9, наверное. Назовите музыкальный инструмент, которым танцовщица, надевая на пальцы, может сама себе аккомпанировать во время танца. Первое – саккаты, второе – канун, третье – рим. Правильный ответ номер 1. Далее. Как называется аксессуар для танца саиди? Асайя, шаль, канделябр. Правильный ответ. Ответ номер 1. Асайя. В каком веке появилось название «танец живота»? Вариант 1 – 10 век до нашей эры. Вариант номер 2 – 13 век. Вариант номер 3 – 19 век. Правильный ответ – 19 век. 10 век до нашей эры – это слишком для танца живота. Ну, не слишком, да. Согласен. Но, тем не менее, ответ номер 3. Вопрос номер 4. В каком стиле фольклорного танца рассказывается о жизни и работе крестьян? Вариант номер 1 – фелляхи. Вариант номер 2 – нубия. Вариант номер 3 – александрия. Правильный ответ. Вопрос номер 5. Финальный вопрос. Этот стиль танца называют цыганским проявлением египетского народного танца. Что это за стиль? Первое – бандари, второе – гавези, третье – балади. Правильный ответ – ответ номер 2. Это было незабываемо. Браво, давайте поаплодируем. Великолепно, это правильный ответ. И мы приглашаем вас, ну, можно сказать, в комнату ожидания.